Консервация очистных началась еще в период подготовки к Олимпийским играм. На первом этапе все стоки направили в новую коллекторную систему. Это позволило убрать трубы с набережной реки Сочи и создать там прогулочную зону. По проекту должны были остановить свою работу к Олимпиаде и сами новогинские очистные. Но из-за задержки строительства второй очереди бзугинских очистных было принято решение продолжить их эксплуатацию. Сейчас, как утверждают в мэрии, новый комплекс по очистке канализационных стоков полностью удовлетворяет все потребности города. На сегодняшний момент по проекту бзугинские очистные сооружения способны переработать 70 тысяч кубов в сутки. Значит, сегодня заполнены они порядка 45-50 тысяч кубов. Ну, соответственно, в период курорта или дождей увеличение производится. Ну, по крайней мере, никаких переливов со стороны водоканала, как они утверждают, значит, нет. Что построят на месте очистных сооружений, пока неизвестно. Рассматриваются несколько вариантов. В частности, может быть перехватывающая парковка, зона отдыха или новый автовокзал. Зеленый свет получит тот проект, который будет более актуальным для города.